команду Уэльса со счетом 1. Любопытно, французы забили вот в своей только группе 11 мячей. 5-й Пеле, 11-й Гаринча, 12-й Сантус, 14-й... Но, увы, через центр решили, через Вала. Пас налево, удар поворотом, гола нет. Обыграть Нильтона Сантоса. Как Пеле сыграл? Это за Галу. Пас направо. За Галу. Удар поворота. Сантос вел мяч в игру. Вова. За Галу. На замахе пытается сделать передачу. И бразильцы 1-1. Орландо. Штрафной удар. Извиняется Марио за Галу. Фонтен под левую ногу. Вот тут-то, конечно, блистательно сыграл второй защитник, который работал на подстраховке. Если бы не он, вы видели, что Жюз Фонтен уходил от Загало. Выполнит удар. Вроде бы ничем не оправдан, не так ли? Показал, что он финтит. Пас налево. Загала. Загала бьет и попадает в четвертого номера Кальбеля. Загала подает угловой. Они выигрывают 3-1. Скоглут Грен. Хамрит. Хамрин забьют. Но счет будет и 1-1. Шефер. Пропустили 7 мячей. Было в плане техническом с этим материалом. Итак, все, об этом хватит. Продолжаем наблюдать за ходом этого матча. Загало отдает Пьянтони, 21-й Вансен, 22-й Вишневский и Альберт Батте. Мы приносим, конечно, еще раз извинения за срыв этой картины. От мяча бразильцами. Пас в разрез на левый фланг. Финт уже очень резко бросился под удар игрок французской команды. И Колонай Реметтер, который также является вратарями сборной Франции. Три голкипера были на чемпионате мира. И Реметтер играл. Колона невысокий, но зато очень прыгучий. Штрафной. Между прочим, когда чемпионат мира проходил, беседовал с Раймоном Коппа, организовать для нас на левый фланг. Хорошо сыграл на опережении игрок бразильской команды. Передача Гаринчи, который в четвертьфинале. Ну вот в четвертьфинале они не пропустили в матче против команды Северной Ирландии, но бразильцы сами же от всего этого отказались. Еще одна черта игры футболистов Бразилии. Они нападающие или хавбеки очень хорошо играли в отборе, кстати. На удар поворотом это было мало похоже. Бразильцы столько не забивали. Ну, стали очень часто ошибаться на своей половине поля футболисты французской команды. Панверн сыграл. Дальше еще передача. Очень мелко и потеря мяча. Хотя здесь в нескольких эпизодах продемонстрировал класс. А уж бросок в ноги еще на...
вот таким откровением тогда, или догонявшегося, правильно будет, правильно, спасибо. Удар в ближний угол не точен. В пользу шведов. Бразильцы держат мяч, просто перепасовываются. И передача, точечки технические. Загало. Впечатление. Вот прежде всего вот этими вещами. Позиционной игрой и подстраховкой. Тысяч зрителей. Добавьте сюда еще 50 на стадионе Нью-Улеви. Команде, но далековато. И, подхватив мяч, ахнул поворотом в ближний угол, попал в штангу, и мяч отлетел чуть ли не к центру поля. Ахнул и стадион. 50 тысяч зрителей Нью-Улеви. Ну и вот Абе себя проявил в броске после удара. Удар поворотом. Последний. Абе ловит мяч. Финальный свисток Гриффитса. 5-2 в пользу сборной Бразилии. Она в финале встретится со шведами, обыгравшими.